Мы, как вы знаете, не вмешиваемся ни в какие внутренние дела, не только в Армении, но и в других государствах, тем более, когда нас об этом не просят. Поэтому я сейчас не хочу комментировать внутренние обстоятельства, внутреннюю политику в Армении. Безусловно, мы за ней следим, как, надеюсь, и вы следите за тем, что происходит в России. Но высказываться по этому поводу я не хотел. Во всем остальном, да, произошла смена лиц, и довольно масштабная, не только первых лиц, но и во всех абсолютно структурах, которые контактируют друг с другом, Министерство обороны, Совет безопасности, спецслужбы, парламент и так далее. И, конечно, процесс этот узнавания и притирки, он для кого-то продолжается, это вполне объяснимо.